Всем привет! В этом видео я вам покажу сайт, на котором вы сможете зарабатывать биткоин сатоши. И кстати, в конце видеоролика мы еще протестим вывод с данного сайта. Проверим, платит он или же нет. Ну а мы переходим к обзору этого сайта. Этот сайт называется coinpowy.com. Тут у нас все изначально будет на английском. Чтобы перевести все на русский, жмякаем вот сюда вот и нажимаем на русский флажок. И теперь все на более-менее русском. Корявом, конечно, но русском. Вот какую криптовалюту вы тут можете зарабатывать, ну, кроме Pyra, конечно. На этом сайте уже довольно-таки немало активных пользователей, а именно их более 100 тысяч. Давайте также перейдем в раздел «Доказательства платежей», посмотрим, сколько оттуда люди выводят. Если же в биткоинах, то отсюда выводят по 11 тысяч, по 17, по 35, даже по 80 тысяч есть сатошиков, то есть здесь, значит, можно заработать. Ну а чтобы начать зарабатывать на этом сайте, нужно, конечно же, сперва здесь пройти регистрацию. Нажимаем «Зарегистрироваться» и проходим тут простецкую регистрацию. Сюда указываете ваш логин, который у вас будет на этом сайте, сюда указываете вашу электронную почту, придумываете пароль, повторяете, соглашаетесь с правилами и проходите простецкую капчу. И после этого жмякаете на кнопку «Регистрация» и попадаете в свой личный кабинет. Я сейчас в свой зайду. Ну и вот так вот будет выглядеть ваш личный кабинет на данном сайте. На балансе у меня чуть больше 2000 сатошиков, чуть позже мы их выведем. Ну а пока давайте приступим к заработку. Самый простой раздел для заработка здесь — это кран, которым вы можете пользоваться каждый час. Чтобы его найти, нажимаем на раздел «Больше» и здесь нажимаем на раздел «Кран». Чтобы собирать здесь сатошики, нажимаем вот на эту кнопку «Claim Free Bitcoin Now», жмякаем на нее. Здесь мы ожидаем таймер 5 секунд, после этого мы проходим капчу, нажимаю сюда. Ну и после того, как вы прошли капчу, опускаетесь ниже и нажимаем вот сюда вот, Claim Now. И все, я за это получил 1,2 сатошика. Но это такой самый простецкий здесь раздел и самый менее оплачиваемый. Сейчас я вам покажу более прибыльные разделы. Ну и один из таких разделов — это просмотр рекламы. Нажимаем, и в этом разделе еще есть три подраздела. Это серфинг, оконная реклама и видеореклама. Давайте с вами перейдем в первый раздел, это серфинг. В этом разделе мы получаем по 2, или же по 1,5, или по 1 сатошику за то, что переходим на рекламный сайт. И находимся на нем определенное количество времени. Ну а мы давайте сейчас, наверное, перейдем по одной ссылке в разделе серфинг. Жмякаем на название этой ссылки. Ну и нас перекидывает на рекламный сайт. И вот здесь вот у нас идет таймер. И вот пока этот таймер идет, можем заниматься своими делами. Можем там, не знаю, на ютубе лазить, в социальных сетях сидеть. Ну а у нас тем временем таймер уже заканчивается. Осталось 2, 1 и 0. Все, я получил за это 2,2 сатошика, я даже ничего в принципе не делал. Ну и таких рекламных сайтов на данный момент есть 29 штук. Давайте, наверное, перейдем в раздел «Оконная реклама», здесь уже серфинг именно в активном окне. Здесь, чтобы нам получить 1,3 сатошика, нам нужно перейти вот по этой рекламной ссылке и находиться на этом рекламном сайте нужное количество времени, а именно 15 секунд. Этот раздел уже не такой интересный, здесь даже меньше почему-то платят, хоть тут и серфинг в активном окне. Ну а в разделе видеореклама здесь мы смотрим видосики и за это получаем по 2, по 1 сатошику. Здесь очень все просто, жмякаете на один из видеороликов, тут нажимаете play. И вот здесь вот у вас будет идти таймер на уменьшение. Ожидаем окончания этого таймера. Таймер уже подходит к концу, осталось 5, 3, 2, 1 и 0. Видос нужное количество времени я уже посмотрел, нажимаю вот сюда вот, визит веб-сайт. И все, отсюда я могу выходить через 2 секунды. 1, 0, все. Закрываю, и я за это получил 2 сатошика. Ну а мы переходим в последний раздел, это раздел задания. Ну и в разделе задания есть еще 13 подпунктов. И вот в каждом из этих подпунктов есть свой раздел. К примеру, вот в этом вот разделе вы можете зарабатывать на мобильных приложениях. Ну а есть раздел с опросами. К примеру, вот в этом вот разделе вы будете зарабатывать на прохождении опросов. Ну а мы давайте перейдем вот в этот вот раздел, связанный с мобильными приложениями. Нажимаем вот сюда вот. Ну и в этом разделе мы можем получать вот тут вот по 114 сатошиков, даже есть где 3000 сатошиков за какую-либо активность. К примеру, вот здесь вот мы, скачав вот это вот приложение себе на мобилку, которое называется Harvest Land, вроде так это читается. В этом приложении, когда мы дойдем до 16 уровня, мы за это получим 762 сатошика. Ну и если вы готовы задание такое выполнить, то нажимаем вот сюда вот, и вот тут вот мы читаем уже подробное условие. Первый шаг, нужно это приложение себе скачать, после этого его открыть, достичь этого уровня, и за это мы получим свои поинты. Жмякаем сюда, если хотим это задание выполнить. Ну и здесь мы уже получаем ссылку. Если хотите, чтобы вам вот эту ссылку прислали на электронную почту, вот сюда вот указываете вашу электронную почту. И вам вот эта вот ссылочка придет прямо сразу же на электронную почту. Там сразу же по ней переходите с мобилки, ну и выполняете там вот эти вот все три этапа. Если за этот раздел серьезно взяться с мобильными приложениями, то здесь можно неплохо заработать.
Ну а мы давайте сейчас выведем отсюда мои сатошики. Проверим, платит этот сайт или же нет. Нажимаю на панель управления, нажимаю на вывод. Ну и выводить свои сатоши я буду на FaucetPay. Ну а так у нас тут на биткоин вывод минималка 11 тысяч. На Pair можно выводить в доллары. Это у нас 2000 сатошиков, здесь минималка также. Dogecoin 2000. И все остальные альткоины тоже по 2000. Я нажимаю FaucetPay и нажимаю подтвердить. Так, давайте, наверное, сейчас я зайду на свой FaucetPay. Так, вот мой FaucetPay. На балансе у меня 12 587 сатошиков. Давайте я сейчас это все обновлю. Так, вот, пожалуйста, ничего не изменилось. Ну и давайте мы сейчас отсюда будем выводить. Нажимаю подтвердить. Тут у меня уже все указано в настройках. И я просто нажимаю вывод. Ваш вывод будет обработан в течение 3 рабочих дней. Ну и у меня уже утро следующего дня, и выплата мне на FaucetPay благополучно поступила. У меня теперь 14 822 сатошика. Так, даже давайте все это обновим. Обновил, ничего в принципе не поменялось. Ну и смотрим насчет выплат. Вот, пожалуйста, 2235 сатошиков вам поступило с сайта coinpowy.com 11 числа. Выплата пришла благополучно, сайт неплохой, так что на нем можно зарабатывать. Ну а если вам понравился данный видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите свой какой-либо комментарий. Ну а я вам желаю хороших заработков, удачи и до встречи!